И снова здравствуйте, с вами Драйвер 51 Рус. И опять мы в морском бою. Очередной раз. Здесь есть, ребята, могу одно сказать. Ветка развития данных кораблей разных стран. Авианосец я видел. Надеюсь, сейчас после бой пройдет, после боя, может, не забуду, покажу. Авианосцы есть. Раз авианосцы есть, мы можем, что есть и самолеты там. И по видео я видел, что там подводных лодок нет. Торпеды можно пускать отсюда. Начать бой. Ребята, тут, наверное, все сидят. Сейчас мы тут нарвемся. Все наши справа. Какие шустрые, смотри, блин. Маленький, а быстрый. Силы противника на горизонте. Так, вот теперь надо сбрасывать обороты нам. О, торпеды кто-то пульнул. Вон торпеды пошли. Обалденно. Запульнул, походу, этот айсберг засадили. Да как так-то, ё-моё. Самолеты летят. Просто закидали. Она получила преимущество. Вижу крейсер противника. Я тоже вижу. Давай, давай, поехали.
пункты кому-то вставляют, казашка. Во. Блин, походу можно. Союзники, значит, сам. Недолет, наверное. Торпеды летают, смотри. Да я в него не попадаю, что ли? Вражеский крейсер потоплен. Это хорошо. Полный вперед. А у них чем-то один остался. Блин, а он где-то сзади. Справа. Все, самый полный вперед, парни. Интересно. Все, победили, как всегда, обалденно. Это хорошо. О, штраф за урон союзника. Так что по своим стрелять нельзя, ребята. Это точно. Так, что я говорил? Ветку развития показать. Ветка развития, то есть вот крейсера, эсминцы, это наши. Япония, авианосцы тут присутствуют, линкоры, крейсера, эсминцы. Так, америкосы, это наши, немцы. Скоро, видите, ребята, игра, видно, недавно вышла. Все еще, как говорится, впереди, так что, наверное, и подводные лодки, все там будет. Еще, видите, все только развивается. О, блин, даже поляки есть. Модули. Ладно, это мои модули. Дерево развития, порт, профиль. Что-то так. Что-то открыть список контактов. То есть все для мультиплеера для начала есть. Ладно, все, погнали. Еще на разик. Раз уж пошло такое дело. Блин, даже в очереди приходится стоять, чтобы запустить игру. Попадается часто эта карта. Или карт мало. Какими противниками? Критическими. ПВО. Захват. 1000. Так что вот, ребята, ссылочка на данную игру будет под видео на канале. Скачивайте. Игра бесплатная. Скачивайте, устанавливайте, регистрируйтесь. Прям можете там по ссылке зарегистрироваться сразу, как я сделал. И тут же сразу по ссылочке там и скачал. Так что ссылка будет на сайт с данной игрой для скачки и регистрации. Под видео еще раз повторюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы сейчас ломанем еще один бой. Погнали. Так, ну что, поехали. Лес за орехами.
вообще не скажу, что прям уж супер-пупер такая навороченная, но графика, управление все простое. Что еще нужно для того, чтобы поиграть с друзьями по сетке? Да и не друзьями тоже, как бы, поэтому я так. Силы противника на горизонте. Ух ты, кто-то тут мне бананы хотел вставить. Вот. Куда он пулял, я не понял. Из-за сопки, что ли, за этой? Все за сопкой стоят, е-мое. Как тут разобрать, интересно. Пойти туда. Этого. О, есть шанс захватить их базу, что ли, нет? Так, тут кто-то стоит. Наша команда получила преимущество. Все, давайте базу захватить. Быстрее, быстрее. Полный вперед. Давай, бог с этим там. Какие там стоят, база какая-то. Как на Кольском полуострове палю базу. И луна, и солнце, и день, и ночь. Кому бы банан бы какой-нибудь катить? А, вот и дорог есть. А, блин, мы уже выиграли, оказывается. Не успел даже доплыть. Дойти. Плавает говно в городе, да, корабли ходят. Так что, друзья, вот скачивайте игрушку, игрушка прикольная. Можно поколбасить по сетке, ссылка на игру будет. Вот, даже уровень, смотрите, подняли третий.
Вы нам что-то дали даже, блин. О, чествуем героя. Награда. 500 тысяч каких-то навялили. Так что, ребята, ссылочка под видео на канале. Скачивайте, сыграем. Всем удачки, пока. Подписывайте группу на канал.